Всем привет, дорогие друзья! С вами я, FM, и мы врываемся на финал турнира 1 на 1 Bubblegum, уже пятый турнир от нашей, так скажем, организации, в кавычках. На этом турнире за первое место победитель получит сет на Войда. Не очень, конечно, может быть популярный герой среди мидеров, но популярный герой в паблике, поэтому я думаю... Каждому пригодится и не помешает. А в финале у нас сражаются Крейзи против Аллах Акбара. Буду просто его Аллах звать, а то не очень как-то звучит. Ну да ладно. Крейзи, кстати говоря, уже не первый раз, по-моему, играет у нас в финале. Может быть, или в полуфинале я его раньше видел. Неплохой он игрок, видимо. Видим, сразу же вылетает у нас Аллах. Но ничего страшного. Сейчас он, думаю, вернется. Все у нас будет хорошо. И посмотрим этот финал. Пока по закупам у Крейзи. Ноль талисман, две веточки. Нужно его звать Аллах. Блин, а как его звать, Крейзи? Акбар? Ой, ладно, ладно. Успокойся только, Крейзи. Успокойтесь все, слушатели. Буду звать его Эй-Эй. По первым буквам. Ой, ладно, в общем, Крейзи, все, успокойся там. Буду его Эй-Эй звать и Крейзи. Эй-Эй против Крейзи у нас сразятся в финале. Ждем мы, пока вернется Эй-Эй. Давай же, возвращайся! Взываю к Аллаху. Шутка. О. Кстати, дорогие друзья, смотрите, что могу сделать. Воу-воу. Походу не могу. Ничего, бывает. Говорю же, можешь звать Акбар. Пишет Крейзи. Я не хочу Акбаром его называть. Хочу называть его Эй. Эй. Подходит к концу турнир наш 1 на 1. На самом деле нас уже тут со вторым админом плавит. Сегодня какой-то бешеный турнир. Все чем-то недовольны. Но вроде под конец все наладилось. Только вот в финале вылетел у нас один игрок. Напомню, кстати, пока вам, дорогие друзья, что параллельно у нас проходит турнир 5 на 5. Сражаются очень сильные команды. И в финале... Победившая команда в финале получит 5 сетов. Каждый игрок получит сет на свою роль. Гоу пишет. Эй-эй. Также еще напомню, что мы проводим самый крутой розыгрыш на свете, где первое место получит модельку на Тине. Очень крутая моделька. Ой, Эй-эй пишет, что у него кура не двигается. Гори хост. Второе место получит сет на Баланара. А третье место получит сет на ДК и... Или нет, второе место получает Коврик, третье место сет на Баланара, а четвертое сет на ДК. Вот так вот. Создал я лобби и жду пока, ребят. Когда уже Valve починит эту проблему... С курьерами в моде 1 на 1 соломит.
Может, письмо ему написать? Напишите, кстати, кто-нибудь письмо Valve, скажите. Вот, курица не работает в моде, ни на один Soul Meat чини. Чини! Гейб, пожалуйста. Ждем мы пока Crazy и AA. Играет у нас музыка из Доты. Такая приятная. Поехали. Надеюсь, сейчас все будет у ребят хорошо работать. Покажут они свой скилл, класс. Мы определим победителя пятого турнира уже Bubblegum 1 на 1. И обладателя Сатана Войда. Первая игра финала на Queen of Pain, кстати говоря. Ну, как обычно, все по нашим стандартным, очень простым правилам, ребята. Правила у нас очень простые. Прочитать их не составляет труда, займет очень мало времени, так что обязательно читайте наши правила. И еще не забывайте читать наш фак. Там тоже много всего полезного для участия в наших турнирах. Поехали! Good luck. Have fun. Пишу я ребятам. Давайте. Сейчас вернусь. Надо окно закрыть, а то что-то... Замерзаю я! Мы чуть-чуть убавить музыку. Дотки, это что-то больно громко. Пошел у нас в чате спам. Ребята общаются. Вопрос по поводу ника, бла-бла. Давайте без спама, ребят. Пауза. Стартует у нас игра AA против Crazy. Пошли уже в бой, крипы. Посмотрим, что по закупам. Все ровно. И вот встречаются они на миде. Примерно одинаково подстопили крипов. Качают, конечно же, Shadow Strike. Размениваются крипами. Ну, как обычно, ровная игра в начале. Ждем, может быть, 5-6 уровня, когда начнется экшен. Видим, фласочка уже подъезжает для Crazy. Естественно, не фласочка, тангусы, кстати говоря. Эй-эю. Но ничего страшного, я думаю, ребята уже на опыте игры один на один. Знают, что для них лучше надо. Первый Shadow Strike взлетает в лицо Crazy. Немножко он страдает от этого. Смотрим. Еще размен Shadow Strike'ами. Нет. И не кинул свой. Свой первый спелл. А мог попробовать. Но думаю, ничего страшного. Продолжаем смотреть за игрой. Видим по крипам ровно. 3-3, 3-2. Все это пока мелочи. Ждем развития событий. Напомню пока про наш конкурс. До 300 репостов мы его проводим. Отличный мув от AA. И выйдет он. Shadow Strike Crazy. 300 репостов всего, ребята. И мы разыграем нашу крутую модельку на тине. Кстати говоря, у нас еще есть такие фигурки. В будущем... Тоже придумаем, как их разыграть. Может быть, что-нибудь поинтереснее будет. Предлагайте, кстати, свои варианты в комменты под записью со стримом в нашей группе ВКонтакте.
Очередной отличный мув от ЭЭ. Опять-таки эвейдит он, Shadow Strike. Смотрим, по деньгам у ребят практически ровно. Нафармят они ботл и попроще сразу станет им стоять. Пока видим инициатива за ЕЕМ. Чуть-чуть он перехорашивает своего противника, но Крейзи по крипам не отстает и, думаю, не особо это важно. Скушал он уже свою сальве. Фармит ботл. Видим, побыстрее хочет он уже ботл. С кримами добивает крипов. Практически одновременно появляются бутылки у ребят. Видим, кстати, курьер у Крейзи. Пудж. Мини-пудж такой. Прибежал, принес бутылку. Включение от администратора Bubblegum. Поправляет он меня. Говорит, что Пудж правильно говорит. Но в паблике, в русском паблике, все его называют Пудж. 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 Я его буду называть Пудж. Ладно, все это мелочи. Возвращаемся к игре. Смотрим. Пятый левел у ЭЭ. Крейзи пока чуть-чуть отстает. Четвертый. Одного крипа ему буквально добить, и получит он пятый. Баллисту! Кто добьет баллисту? Не поверил Крейзи в свои силы. Не получилось у него забрать катапульту. Видим. А будет Crazy Bottle свой. Эй-эй. Почти ПТ уже есть у ЭЭ. Видимо, обузит он ботл. Что у нас купит Крейзи? Денег иначе нет. Продолжает обузить ботл, фармить. Ну да, в принципе, отличная стратегия в этой ситуации. Не быковать, просто фармить. Максимально отпиваться. Тогда все получится. Далеко уже ЭЭ по крипам. Видим, в очередной раз не получается у Крейзи увернуться. Отличный ульт от ЭЭ. Крейзи в ответ дает ультимейт, то остается у него 76 хп. Отбивается он, отпился, не умрет он от Shadow Strike. Отличный мув попробовал совершить ЭЭ. Дал отличный ультимейт, самым краешком зацепил, но пару тысячек от тавера и удалось Крейзи сделать фраг. Забыл про стики, пишет. И действительно, видим, 8 стиков у него. И... Что по уровням? Оба ребята восьмые по деньгам. Все равно чуть-чуть впереди. И есть у него еще преимущество. Покупает он ПТ, возвращается на линию. Не растерялся. Крейзи, что самое главное, видим, видели вы, выложил он там ботл и не позволил разбить его ЭЭ, и еще и фраг забрал. Отличные нервы. Не поплыл он в этой нелегкой ситуации. Выкрутился. Счет 1-1 и продолжаем смотреть. Получает в этот раз ЭЭ свой Shadow Strike. Крейзи же уворачивается. Размен с кремами. Видим пол хп у ЭЭ. Крейзи получше себя чувствует. Но тут еще... 11 стиков есть. И вот и курица подъехала.
Что интересно, Крейзи будет собирать. Смотрим, у него сапог, пока больше ничего. Наверное, тоже ПТ-шка. Ждем, пока откатится ультимейт у ребят. Раскачка, видим, абсолютно идентичная. Смотрим по деньгам. Догоняет Крейзи. 400 голды всего отставания. Но это мелочи, прямо так скажем. Видим, несет он себе пояс, бутылку. Прошли кулдауны ультимейтов. Ждем экшен. Абузит ботл AA. Спамит скримом Крейзи. Ну и правильно, чё тут, ботл подъехал, можно и поспамить. Ману не экономим. Видим, тоже прикупил он себе Magic Wand. Пошел экшен! Получает Крейзи. Свой Shadow Strike вырывается на... Эй, получает ульт Крейзи в ответ. Остается у него 90 хп, 90 хп. У Эй, Крейзи. Вроде как написано, что первый убил. Эй, да, и он побеждает. Отлично сыграно Крейзи после First Blood. Не растерялся он и победил. Очень мало у него хп оставалось, но... Пишу я ГГ, отлично сыграно Крейзи. И это 1-0. 1-0 в пользу Крейзи. Создаю я лобби. Заходят ребята. Крейзи в этот раз будет играть за Radiant. Эй, за Dire. И 1-0 в пользу Крейзи. Ждет нас сейчас игра на Шторм Спиритах. Как же хорошо все-таки Крейзи сыграл. Просто отлично. Не растерялся и... Все четко сделал. Начинается у нас игра. Эй, видим. Ну, одинаковые закупы у ребят. Ходит в интернете один интересный мем, где Дмитрий Киселев говорит: впрочем, ничего нового. Вот, в принципе, про закупы этих ребят можно сказать то же самое. Гу один на один на СЭВах, пишет. Эй, поменяй ник, и я напишу ГГ. Видим, Крейзи у нас очень религиозный человек. Просит поменять он ник Эй. На слово пацана. Даже Крейзи говорит, что готов он ГГ написать и играть третью игру на СФ-ах. Даже не знаю, что насчет этого сказать, но это, в принципе, решение игроков, что тут можно добавить. Видимо, отключается Эй, видимо, сейчас он вернется с новым ником. Что там будет, Иисус?
Видим, не поменялся ник у ЭЭ. Видимо, будут все-таки ребята играть на штормах. Но нам-то от этого только лучше. Посмотрим еще одну лишнюю катку на штормах. Тем более, сейчас будут ребята летать туда-сюда. Быстрее получили только 6-е уровни, чтобы пошел какой-то размен. Отлично, пока Крейзи справляется с крипами. 3 из 4 он добил. Выравниваются ребята по крипам. 3-0. Но опять-таки, в игре 1 на 1 не стоит, думаю, ждать экшена до получения каких-то ключевых уровней, может 5-го, 6-го. Тем более на штормах. Все-таки героя в этом патче еще и пофиксили, послабже он стал в начале игры, и бочка дорого стоит. И ботл не так сильно регенит. Будем пока просто смотреть за крипстатами ребят, кто кого обыграет в этой битве разума. Продолжаем наблюдать, видим, у ЕЭ совсем не осталось маны и далековато еще до ботла. Крейзи в этом плане, конечно, получше. Думаю, тут ребята не переубивают друг друга, да, ботлов уж точно. Подпушивают чуть-чуть линию Крейзи. И продолжает сюда сыграть, видим, ровно все по крипам. Размен тычками. Отпивается Крейзи фласочкой. На линию возвращается. Напомню, кстати, ребят, проходит у нас параллельно турнир 5 на 5. Проходит там уже полфиналы. Финал, скорее всего, будет сыгран завтра, и тоже я его постараюсь вам показать. Посмотрим и финальную игру. Надеюсь, будет она захватывающей. А тем временем у нас тут ребята очень побитые ходят, но вот уже подъезжают ботлы. Чуть пораньше приходит ботл и сразу он пошел в агрессию, но Крейзи спокойно отступает. Получит он сейчас свою заветную бутылку, отопьется. Стоит кому-то из ребят напрячься, чтобы старательно добивать своих крипов, как можно раньше получить 6-й уровень. Ну, важнее, чтобы 6-й уровень был раньше своего соперника. Тогда можно быстро сделать фраг и получить солидное преимущество. Видим, стики покупает ААА. Крейзи пока продолжает обузить ботл. Ну, ровная пока, абсолютно ровная игра. Ровно по крипам. Даже по хп, ребят, ровно стоят. Обузят ботлы свои. Видим, Вонд еще купил себе ААА. Сбил крип Крейзи. Один заряд бутылки.
Ну ничего страшного, отпивается он. Продолжает обузить. Шестой уровень есть, кстати, у Крейзи. И пятый пока у Эй, один крип ему всего остался. Вырывается сразу Крейзи. Дает тычку, вторую, еще бочечку. Размен тычками и получает Эй шестой и спокойно уходит. Не хватило маны Крейзи. Мог, в принципе... Да нет, наверное, не мог он тут никак убить Эй, там... Совсем немного экспы не хватало ему, чтобы получить шестой уровень. Умер один крип, он его получил, свой шестой, и сразу отлетел. Напряженная у нас игра. Продолжаем смотреть. Идем Крейзи. Придет себе Кларити. Восстанавливает он ману. Тут у Эй очень незавидная ситуация. 100 маны, всего 350 хп. Может быть, Крейзи стоит ворваться? Крейзи! Нет? Нет? Ну вот же ботл уже ему сейчас подойдет. Нет. Отпивается. Эй, вовремя он себе приносит фласочку, бутылку. А будет дальше, вот у него уже и полная хп, и чуть больше половины маны. Размен тычками с пассивок. Обычные тычечки, Крейзи полетел. В ответ ему ал... Эй, Крейзи! Умирает. Перебоковал Крейзи. Эй, в принципе, не растерялся. Просто давал свои тычки каждый раз... с пассивкой и сделал First Blood. В прошлой игре также у нас First Blood остался за AA, но Крейзи вытащил. Так что не стоит сбрасывать этого парня со счетов. Смотрим. Несет себе сразу AA ПТ-шечку. AA, умрешь же сейчас! Врыв от Крейзи! 100 хп, и Крейзи забирает Эй, очень быстро. Ошибка. Какая ошибка от Эй? Очень жадно он сыграл. Стоило ему, наверное, отойти под тавер, зарегениться. Видел же он, что сейчас прилетит Крейзи. Ох-ох-ох. Но счет 1-1, тем интереснее. Смотрим по деньгам. Ровно идут ребята. По 2700 имеют. Не осталось совсем никакого преимущества у Эй после ФБ, и смотрим по левелам, тоже все ровно. Все сначала, можно сказать, начинается, только есть у ребят кое-какие шмотки, видим, несет себе Крейзи тут перчаточку, стики. Попробовал Эй повторить трюк Крейзи, но тут фуловый его оппоненты, и никаких шансов убить. Продолжаем наблюдать за нашей сумасшедшей игрой на Шторм Спиритах. Пошел врыв от ЕЕ, Крейзи сразу же уходит. Получает он бочку в лицо. Есть пол хп, 160 маны. Отпивается ЕЕ. Ворвется, нет? Нет. Все, теперь осторожно надо играть тут. Особенно Эй, первую игру он проиграл, но влетает он под тавр, нету у Крейзи совсем маны. 200 хп, не видит его, Эй, не туда уходит, получает тычки от тавра, юзает стики. Есть 80 маны у Крейзи, 150 хп, но не решил. Решил Эй отступить и понадежнее сыграть. Подъехал ботл здесь Крейзи, отпивается он. Продолжает табузить. Было еще у него 5 стиков, 5 вондов точнее. Немного не повезло и не угадал он, куда свернул Крейзи. Напомню, что 1-0 в пользу Крейзи у нас счет в серии. И до двух побед у нас играется финал. Очень рискованно сыграл Эй, когда под тавер влетал. Но этот парень не просто так в финале. Я думаю, он знает, что делает.
девятый уровень у Crazy. Ну, почти тоже девятый у EA. Покупает ПТ себе Crazy, отпивается. Здесь видим тоже EA фармит себе на ПТшку. Есть у него фласочка про запас. Тут пошла драка! Какая драка? Это просто, блин, размен тычечками. Отвлекся я на секунду, а тут такое событие грандиозное. Да, все-таки шторм. На штормах очень у нас тяжелые игры. Зато когда начинается экшен, вот тогда интересно, вот эти полеты, джу-джу, зип-зап. Все такое. ПТ принес себе эй-эй. Этим давит немного Crazy. Будет драка, нет? Под тавр влетаешь, Crazy? Да нет. Зачем же так рисковать? Спокойно продолжается у нас игра. Немного харасят друг друга, ребята, но это просто разминка, так скажем. Видим, покупает себе нулик Crazy. И здесь пока ничего нового, а будет ботл. Осторожно очень, ребята, играют все-таки. Многое на кону сейчас. Увидим мы какие-нибудь интересные итемы в этой игре или нет. Может, оркид кто-то из ребят решит собрать. Может быть, лотар. Лотар бы интересно, конечно, было посмотреть на шторме. Врыв из ниоткуда под инвиза, потом еще тысячка из инвиза. Вортекс. Неплохая стратегия, стоит, может быть, в паблике попробовать ее поиграть. Придумал я тут на ходу. Ну, мы продолжаем смотреть. Посмотрим, что у нас тут. По деньгам, видим, чуть-чуть отстает, совсем чуть-чуть. Эй-эй. 100 голды всего, буквально одна фласочка это... Можно сказать, я не отставание. Продолжаем наблюдать. 10 уровень AA, 11 Crazy, есть 2 ультимейт. Попробовать, может, стоит ворваться. Дэмэдж это с ультимейта больше зайдет. Тем более, видим, у AA тут 2 Вортекс, 3 Ремнант, а у Crazy 4 уже. 4 Ремнант и 1 Вортекс. Абузит ботл. Эй-эй, здесь встретились, ребята, глазами. Сразу же пошел врыв и отлетает. Эй-эй, осталось мало у него совсем маны. Потратил он ману на Вортекс и... Тяжеловато ему было, наверное, бы там оказаться победителем. Есть еще 16 зарядов на вонде у Crazy. У Эй-эй здесь тоже неплохо, 10 целых. Видим. Ничего мы пока не видим. Врыв от Crazy на Эй-Эй. Улетает. Эй-Эй, нету совсем маны. 5 маны у него. Crazy. 17 тиков еще у него. Уйдет. Нет, Эй-Эй. За ним Crazy вдогонку. Последняя тычка. Crazy! Аплодирую я. 2-0. Победа. Crazy. Большой молодец, парень. Опять ФБ слил. И опять затащил. Молодец. Устал уже, пишет. Эй-эй, но ты все равно... Ты тоже эй-эй, молодец. Оба молодцы, все, кто играет в финале, всегда молодцы. Достойный соперник, эй-эй. Ну что ж, закончился у нас наш 5-й турнир Bubblegum 1 на 1. Crazy, пиши нашему админу, получишь ты свой сетик на Войда, будешь
разваливать в папчике. Что напоследок, ребята? Давайте я вам, что ли, трейлер наш замечательный покажу. Соскучились вы, наверное, по нему. Буду я с вами прощаться, ребята. Всем спасибо, кто смотрели. Играйте на Bubblegum турнирах, выигрывайте наши офигенные шмотки, участвуйте в наших розыгрышах. Все, пишите Диману Котову в личные сообщения, что он топовый чувак. Все, всем пока. С вами был я, FM. До новых встреч, дорогие друзья.